Всем привет, мои волчата, с вами я, Альфа Волчица. Сегодня я снимаю видео обзоры модов. У меня сегодня два мода на как приручить дракона. Там, где есть один дракон, но очень качественный, есть, где там 4 дракона, но не настолько качественных. Давайте начнем. Друзья, я сам сундук вещей, какие нам нужны будут для драконов. Давайте сначала начнем с первого мода. Там, где есть 4 дракона. Нам для этого понадобится рыба. Так, берем дневную фурию. Вот. Есть их два... их есть два вида. Есть дети. Вот, есть и такой черный, с зелеными глазами. И, ну, если скрестить ночную и дневную фурию, просто если кого-то скрестить, будет появится сначала это через 40 минут Майнкрафта, появится у них там ребенок. Только у меня почему-то только из черных. Следующее это... Следующий это уже злобный змеевик. Есть их несколько видов. Вот, как выглядят они. Вот еще. Такого цвета и зеленый. Их три вида. Вот так они выглядят. У них есть два вида атаки. Это шипами и пламенем. Есть еще ночная фурия. Их два вида. Три вида. Раз. Есть ночная фурия. Раз. Это обычный вид. Есть с красным хвостом. Тут еще с голубыми. Вот, с голубыми глазами. У всех есть анимация полета. Только когда вы на них садитесь, точнее приручаете, только надо на них седло поставить, чтобы они от вас не улетели. Но без седла они от вас не улетают, но и сами летать не могут. Дальше у нас идут ужасные чудовища. Есть зеленые, красные. Вот и розовый. Они так просто... Только одна проблема у них. Они в воду всегда идут. Вот чисто всегда. Все почему-то под воду всегда пытаются уйти и умирают. Приручили вы их или нет, это бесполезно. Их надо садить. Я вам покажу анимацию, как они сидят. Надо взять седло. Сейчас я как раз таки возьму. 4 седла. Раз. Два. Три. 4. Они немного разные. По-разному они сидят. Сейчас совсем. Они немного по-разному. Давайте поручим. Ну, пускай это будет Грэмгири, да? Короче, у них вот так жизней. Нажимаем в инвентарь. Вот все нажалось. Нажимаем. Вот все, седло. Теперь она от нас никуда не улетит. Потому что даже если вы ее приручили, она от вас улетит. Только седлом. Я вам покажу попозже анимацию атаки. Надо нашивать, чтобы его посадить. Вот так, сидеть. Вот так они сидят. Вон так и летают. Следующая пускай будет ночная фурия. Берем сосмы его воды, я к вам поручим эту. Пускай уже вот этот будет. Все, вот, кормить. Садимся. У них одинаковое количество хп, седло. Я вам покажу, как они атакуют. Попозже, когда всех поручу, я покажу, как они сидят. Ночные фурии вот так сидят. Только у меня они почему-то в блоке прорываются. Сидеть. Теперь я сама в блоке застряла. Ну вот так, хвост поджатый.
Следующий, пускай уже будет дневная фурия. О, казаки, именно дневная фурия, какая из мультика. Приучить быстренько. О, Севертес быстрее, чем прошлый. Дневная фурия сидит так же, как и ночная. Вот она так выглядит, если они в песке, как обычно, застряли. Пока меня все не всегда застряли. Ну и ужасно чудовище, сейчас я приучу. Пускай зеленый, как раз таки мой любимый цвет. Все, кормить, сесть. На них летать надо, можно, если вот так смотреть вперед. И если вниз, значит вы вниз летите. Вот так. Я покажу сейчас, как они сидят. Так. Вот так они сидят. У них разная анимация, как они сидят. Если рыбку взять, у них у непривычных драконов поднимаются глазки. Ну, а ночные фурии открывают эти, как и дневные. Сейчас я покажу, как этот... Выходят яйца. Хотя пока как они атакуют. Это надо просто взять. Сейчас я возьму. Пускай эти уже зомби. Давайте сначала вот эти, какие у меня. Сейчас надо ударить его. И чтобы они начали вас атаковать. Они могут, ночные дневные фуры могут атаковать впритык. Или стоять своими шарами. Если вот так они открывают пасть некоторые. Вот так раз. И взрыв происходит, если. Вот видите, они пасть открыли и атакуют его. Все так. Теперь сейчас надо посадить их. Сейчас посадить их, надо сидеть. Сидеть так. Друзья, не знаю, но почему-то злобный змеевик пропал. И он атаковать не хотел. Давайте тогда притасим, покажу, что ужасное чудовище. Видимо, того не выйдет. Они атакуют впритык и залпами. Сейчас. Такими шарами. А, у них шары, они просто вот такими пуями куча. Ну и впритык. Ну, впритык вы понимаете как. Это просто подбегают и укусают. Так, теперь надо посадить его быстрее. Посадите, я говорю. Так. Ты будешь садиться? А. Все так. Так, теперь я включу день, чтобы дорогая ночная фурия не улетела. Это очень крутой мод, там все проработано, но там только ночная фурия. Ни дневной, никого. Дней. Это можно выложить, кроме тайски. Ой, блин, короче, ладно, все. Это такие драконы просто, но они в воду всегда идут. Теперь мы обозреваем другую ночную фурию. Их три вида. Это обычная ночная фурия, девушка ночная фурия и девушка ночная фурия. И у нас еще есть безрык с, ну, с хвостом. Они с пятый из-за этого. Сейчас будут громкие звуки. Это я на единичке. Первый вид это мальчик. Вот. Чтобы его получить, сначала надо бараниной. А, мне повезло, у меня сразу... Это очень редкий шанс, если тебе попадется... с красным хвостом. Так, надо быстрее лосось. Их можно только лососями приручать. Они под воду, как он тебе, не идут. Так, что-то не то. А, понятно. Это не то, просто дракон. Я перепутала их. С голубыми... Это мальчик. С голубыми глазами это девочка. А с зелеными это мальчики. Пока и так в этом сказано. В моде. Они спавнятся только в горах.
Ко мне теперь вот этого надо найти. Сюда сгнать. Все, догнала. Опа, мне повезло. С красным хвостом. Вот он, Баджан. Вот так они спят. Они во сне могут разговаривать. Я дождусь. Так, сразу сюда взять. Дождемся мы и покажем. Сначала его уже накормим, пускай поучить. Вот он говорит так. Теперь на него надо сесть. Пока мы его... Этот, у него мало жизней, да, но... Нам очень сильно произошло. У нас красным хвостом. Они очень сильно орут. Это минус ихний. Но когда... Они активничают только ночью. Днем они все спят. Ну, если ночную фурию, можно и днем найти, когда летать. Но если к ней подойти, она сразу же начнет пытаться улететь. Так, следующее это у нас... О, девочка. Их сначала только можно бараниной. Без баранины не выйдет получить. Этот мод на 1.17 и 1.16 еще. Сейчас я догнаю, догоню ее. Их ужасно сильно тяжело догнать. Вы видите, потому что они летают. Они спавнятся, как я уже говорю, в горах только. Их можно найти, они уже хорошо, что спавнятся. В первом моде они не спавнились. Да ё-моё. Если вы днем потеряли ночную фурию, то идите ее искать, она к вам не втапнется. Из-за того, что они только если ночью могут втапнуться, это не так уж и далеко. Еще одну особенность их не расскажу, только покажу, даже так скажу. Да давай, блин, уже. Хотя бы ненадолго сядя. Да остановись, а. Я не успеваю. Есть, успела, успела, успела. Блин, не успела, что? Я ж нажала. Пока она сидит. Вот почему я бы не успел, потому что она... А, она уже вся, все. Теперь будем поучить, только ласлась теперь можно, вот все. Теперь сесть. Ой, блин, сейчас я возьму. У девочек почему-то больше всегда хп. Мальчиков мало. Сейчас я возьму седло. Ударила. Пойду к ночной фуре мальчику нашему. Они быстро очень летают. Видите, еще просто чисто, но я уже не буду получать. Мы увидели сейчас. Я сделала ночь, чтобы их было, они встали. Время. Ночь. Вот ночью они сразу встают. Сидеть, сесть. Блин, неправильно. Сидеть, давай еще один где. Сидеть. Вот так глаза они увеличиваются. Так, мальчик выглядит. Сейчас покажу девочку. Вот у нас эта сторона. Там, когда вы их получаете, у них узкие глаза, перед тем, как вы получаете. А сейчас у них вот такие. Расширенные. И чтобы их, чтобы они атаковали, сейчас я вам покажу. Так. Палка нам нужна, чтобы они атаковали. Сейчас я встану. Так. Сесть, пускай начинаю, вот такая будет хвоя. Без зубик. Берем палку. Чуть нагинаемся вот так. Написано связ. Вот фиолетовыми залпами он. Иногда на выживание может не выйти, и вы просто-напросто можете... Он вас стоит, вот так сказать. Вот так фиолетовым, как и... Да и
Сейчас я поставлю, пускай походит, чтобы встать. Они, когда вы этот, они за вами ходят уже. Они могут двигать головой, что-то говорить с вами. Вот такой хвост у него переработанный. Следующее. Они очень агрессивны на жителей и големов. Они их атакуют. Вот, сейчас покажу. А это бы... Короче. Это я туда лететь не хочу. Так. Снастай вот. Вот такое вот его яйцо. Вот она сразу же начинает атаковать жителя. Прям видишь, она его ударила. А сейчас они меня атакуют. Вообще они... Написано, что они атакуют деревни. И големов. Для этого взяли железные блоки, чтобы они их атаковали. Что-то пошло не так, видимо. Удалим. Ой. По крайней мере, в моде написано, что они атакуют. Вот так у меня начинает фой этот. О, вот все, они атакуют уже жителей, как вы видите. Стреляют в них, просто атакуют, убивают. Может, я же убью, сейчас стрела. Они залпами убивают, как вы увидели. Они ненавидят, как вы понимаете, жителей. Ну, они атакуют же, как вы понимаете, деревни. Желательно этот, если вызывать мобы, дракона посадить, если вы не хотите, чтобы он умер. Из-за того, что он сразу же пойдет в атаку, чтобы вас защищать. Ладно, друзья, давайте заканчивать. Всем удачи и всем пока.